Инициатива Азербайджана в развитии международных маршрутов. Масштабные работы, проводимые на освобожденных территориях. Эти вопросы обсуждались в ходе переговоров посла Беларуси с руководством закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги». Главной темой обсуждения было сотрудничество между «Стадлер Минск» и АЖД. Новая инициатива по развитию сотрудничества Азербайджана и Беларуси по вопросам создания железнодорожного транспорта является интересной для белорусской стороны. И надо понимать, что Беларусь имеет большой опыт в разработке, производстве и эксплуатации современных подвижных составов и в том числе развитие железнодорожных путей. Азербайджанские железные дороги с 2015 года взаимодействуют с ведущим промышленным предприятием Беларуси, входящим в международный концерн ЗАО «Стадлер Минск». Согласно подписанному контракту в 2019 году, планируется закупка 10 пассажирских поездов «Флирт», 4 из которых дизельные и 6 электропоездов. В настоящее время в Беларуси уже реализован ряд программ по развитию создания железнодорожного транспорта и высокоскоростных железнодорожных путей. Именно этот опыт будет полезен для реализации проектов Азербайджана непосредственно в Карабахе. Поэтому инициативы, которые сейчас идут со стороны Беларуси, со стороны Азербайджана, будут иметь общие выгоды и позволят развивать транспорт и транспортное направление из Центральной Азии, из Азиатско-Тихоокеанского региона в Беларусь и в страны Евросоюза. Двусторонние отношения Баку-Минска носят стратегический характер. Стороны сотрудничают в энергетической сфере, в машиностроении, легкой промышленности, в секторе агропромышленного комплекса. Отметим, что за 8 месяцев текущего года взаимный товарооборот увеличился на 30% и достиг 350 миллионов долларов. Самира Арзаева, CBC.